Всем привет! Вы на канале Юзуру Ханю Лайф. Юзуру Ханю появился в качестве гостя на передаче НХК, посвященной любимой музыке. Ведущим передачи является певец Ген Хасина, исполнивший популярную песню «Кой», а также Ютака Мацусига. Согласно сюжету передачи, Юзуру играл роль младшего брата Гена. Он приехал из Сендая в Токио, чтобы навестить старшую сестру, которую давно не видел, и попасть на летний фестиваль. Когда начались съемки, Юзуру сказал «сестренка» и обнял Гена. Ген Хасина опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографии с Юзуру Ханю, сделанные на съемках «Оджин Сан Сапс До». Также опубликовано видео, где Юзуру отвечает на вопрос, почему он решил попросить именно Клэм проиллюстрировать его книгу по истории Гифт. В первую очередь, когда я думал о тексте, анимация или иллюстрация, собранные в книжку с картинками, рисунки, которые всплывали у меня в голове, были очень теплые и мягкие, но при этом ясные и четкие. И на фоне этой ясности, четкости есть еще что-то милое. По мере развития истории атмосфера становится темнее, и сам персонаж становится темнее. Он сталкивается с трудностями. Я писал отчетливо, представляя, что стиль рисовки тоже будет постепенно меняться. Я подумал, что никто, кроме Клам-сенсей, не сможет передать атмосферу, поэтому обратился именно к ним. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!